солнечная ягода, янтарные блески и много-много эпитетов у этой полезной ягоды облепихи. Облепиха – очень полезная ягода. Не зря ее называют северный ананас. В ней много витамина С и Е. Она также богата жирными кислотами, включая омега-3. Используют не только ягоды, но и листья облепихи. А кора содержит гормон счастья – серотонин. Поэтому ее тоже заваривают в чай. Сегодня я вам расскажу о шикарной маске из ягоды облепихи. Это полузабытый рецепт еще наших мам. Ну что, поехали? Берем 2 столовые ложки ягод облепихи. Разминаем в ступке. Добавляем 2 ложки сметаны, если у вас сухая кожа. Если жирная, заменяем на йогурт. Полученную смесь наносим на лицо по массажным линиям кисти. Оставляем на 20 минут. Смываем теплой водой. Эффект вас порадует. Вы еще со мной? Тогда еще один бомбический рецепт с ягодами облепихи. Разомните 2 ложки ягоды, залейте стаканом кипятка и когда остынет, процедите. Залейте формочки для льда. Этим косметическим льдом протирайте кожу по утрам. Холод остановит процессы старения, а фруктовые кислоты из ягоды сделают тон вашей кожи более ровный. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это очень важно для развития канала. Залетайте в мою школу, ссылка под видео. Всем здоровья и красоты!